Владинка приехала сюда снимать новый проект. А в чем суть этого проекта, я расскажу вам чуть позже. Но, чтобы захватить твой интерес, я вынуждена сказать, каждый из вас обладает шансом выиграть машину своей мечты. Под дождем я расскажу вам суть проекта. Мы приехали сюда, чтобы найти семерку BMW для нашего проекта с БГТ «Возроди легенду». Вообще, мне кажется, о семерке говорить я мало что буду, потому что кому не лень, все блогеры уже сделали на нее обзор. Давидыч, Asata Channel, еще кто-то. Поэтому о ней вы уже все знаете, раз вы смотрите автоконтент. Почему я выбрала именно семерку E38 для этого проекта, для старта этого проекта? Есть несколько причин. Во-первых, я недавно посмотрела фильм «Бумер» и поняла, что я очень хочу найти эту машину живую, либо если их нету живых, возродить такую легенду. Во-вторых, она имеет культовое историческое значение для всех россиян, которые выросли на том же самом фильме «Бумер». Просто представьте себе, что сама модель этой машины никаким образом не была связана с Россией и с ее прошлым 90-х годов. И эти два полюса соединились и образовали исторический пласт, который мы сейчас видим и чтим как культ и 90-х, и этого кузова. Вообще мы все помним эту модель как настоящую легенду. И она живая легенда, которая до сих пор ездит по нашим дорогам и дорогам Махачкалы, Дагестана и Дербента. Поэтому мы приехали сюда, чтобы найти более-менее живую модель и начать этот проект. Кто не мечтал о такой машине? Как вы думаете, влияет ли на уровень вашего интереса к этому проекту мои слова о том, что эта машина в конце этого сезона достанется одному из вас? Нет, не в таком состоянии, а в состоянии аккуратно музейно-экспонат. Вот так уже интереснее, да? Любой мужчина мечтает о Youngtimer'е, о машине, которая будет сворачивать шею и ловить респекты от знатоков стиля. Да, это будет та самая машина. И кто уже в курсе нашего проекта, могут подтвердить мои слова. Тем же вечером, как только мы сели в Махачкалу на самолете, мы ринулись сразу же смотреть машину, семерку BMW, и смотрите, что из этого вышло. Мы только приземлились и уже едем в центр. А сколько до центра ехать? Минут 40. Минут 40 нам предстоит путь. Мы едем смотреть машину. А какую машину, вы узнаете совсем скоро. Я дико волнуюсь, я не знаю почему, у меня такое ощущение, как будто я сейчас открываю, как Жекич Дубровский и Гриша Завозин, корвет, который стоял 13 лет в гараже. Но, по сути говоря, это семерка BMW на московских номерах. Да, смотреть ее, открывать. Да, конечно, не только не с этой стороны. Задняя левая дверь не открывается, остальные все двери открываются. Но она открывалась один раз. А что с ней случилось? Разбирали, ручка, по-моему, изнутри не уходит эта кнопка вроде как. Салон в более-менее нормальном состоянии, я не знаю, там шился он, не шился. А вы сколько владеете машиной? Полгода. А что-то такое тикает, это что? Бомба заметка в действии. Это дагестанская машина. О, смотри, у нее столики есть. Офигеть, она лакжерная. Столики для стаканчика, для папироски. Сидишь такой, куришь, а потом еще и красишься. У нее даже, понимаешь, тут зеркало регулируется. Какого года машина? 98-го? Да. О, даже так можно подкраситься. Как-то, ой, мне кажется, я немного сломал. Он так и должен быть. Это та самая бомба? Микробомба, честно говоря, еще раз. Ого, ничего себе. Даже нормально пахнет из него. Короче, здесь даже есть кнопка включения. Ой, я этого даже
Не заметила. Какой-то батут сверху. Нет, интересная конструкция, в принципе, шатровая. Короче, есть Магомед, есть Мурат. Магомед является владельцем БГТ филиала в Дагестане. Он нам помогает организовать все вот это вот, 203. А Мурат смотрит машину как эксперт, механик. Магомед, можем завести ее туда? Да, конечно. Чтобы посмотреть это ржавое корыто, я летела из Польши в Дубай, из Дубая в Москву, поспала 12 часов и сразу же после этого отправилась сюда, в Махачкалу. Короче, в сравнении с геликом просто она в идеальном состоянии. В сравнении с другими BMW 7-ками 98 года она плохая. Здесь цельный ковролин. Я уверена, что мы не будем увидеть на порогах ржавчину. А подскажите, пожалуйста, ДТП были? ДТП, у нее единственный был стоп, ну, вот меняли кло и дверь. Дверь они заменили. Угу. А порог? Порог, по-моему, там коррозия ночного сомнения. Это все до вас еще было? Вы ничего по внешке не трогали? Нет, только техничку. Что-то по проводке понятно? 97-й год, второй месяц. У нас паспорт. Москвы 7-го года, а машины по документам 8-го. Это был очень долго собирающийся автомобиль. Одну часть собрали, а потом ушли на Новый год. Я знаю комментарии, которые сейчас будут писать. О, она не разбирается, чего она там молит, она там держит позитив, потому что вообще не понимает, что происходит. Ребята, я понимаю, что происходит. Просто я, во-первых, немного вымотана. Во-вторых, я уже повидала очень много тазовых машин из-за моих роликов с тачкой до миллиона. Поэтому этому я не удивляюсь. И да, мы ищем машину умеренно убитую. Смотрим, как должна выглядеть семерка BMW. А, ну вон, видишь, монитор у нее. У нее даже телефон есть по комплектации. Ничего себе. Что, смотри, видишь, отсутствует. Мне кажется, просто докупить надо. А почему вставки нет? Вставку я сегодня снял, я Android буду туда ставить. Android и другая аудиосистема полностью будет. А так она не сохшаяся, она просто ты ее не, убрал? Нет, вот она. Вообще офигенно. Это заводская. Я не пожалею, что ты смог найти вот такой автомобиль. Я года искал машину. За 280 тысяч. Да. Она была тоже уставшая. Мне так нравятся ее глаза, у нее очень красивые глаза. Но возвращаемся к нашему убитому варианту. Смотри, какой неровный порог, я в офиге. Просто он как будто ее украсили как-то. А бы как? Просто ни за что зацепиться. А ты не ставил ее на учет, да? Нет, она не стоит на учет. Почему? Зачем налоги, штрафы? Я тоже так думала, а потом попала очень сильно. Я не знаю, такой вариант нам нужен или нет. Что-то как-то у меня вопросы есть. Я бы с пацанами на вот этой бы проехался, ее бы поснимал. Ну, ребят, чтобы вы понимали, мы не знали, на что приедут эти ребята смотреть эту семерку. А они приехали на абсолютно такой же, только уже рестовой тачке. Мы собираемся эту машину восстанавливать. Но чтобы ее восстановить, нужно хотя бы за что-то зацепиться вот по кузову. Кузов – это самая дорогая деталь по восстановлению. Если у нее техничка в порядке, коробка в порядке, ну, их можно там дочинить, то кузов, если он гнилой, то это все. Это как, я не знаю, это как оспа обезьяны для вот только для кузова машин. Тут скинутый мотор. Посмотри. Что? Мотор с разборки. Это не от нее мотор. У нее мозги 7-го года, машина 8-го года. Она полностью пересобранная. А ты можешь ее завести? Хотим послушать, как она заводится. Не, она работает очень ровно. Она работает прям тихо. Основные моменты и минусы по этой машине. Кузов надо с ним хорошенько поработать, если вы берете, получается уже снизу переварка уже идет ниже, и шпаклевка. То есть там дно уже было переварено кем-то? Да, дно надо будет трогать, полностью ковролин выкидывать, все переделывать. Что там происходит? Сломал шторку, ты серьезно? Давай мы кружок сделаем. Давай. А вот что ты говоришь, что у тебя все детали есть, как бы, но ты их почему-то не ставишь. Почему? Я хотел хорошо сделать, тактально. А у нас здесь мастера, им даешь делать, они лишь бы избавиться. Отдал бы в БГТ, они бы все нормально все сделали. Ой-ой-ой, не надо, не делай, Магада! Пожалуйста! Только шашку не делай, пожалуйста, не надо! Я уже увидела, что разгон у нее нормальный, валит она хорошо. Только заметила, что у нее отсутствует бардачок, а что это? Тоже из багажника. Качество чувствуется. Просто ее доделать, она еще 20-30 ездит спокойно. Ну что, мы должны будем посмотреть еще машину в Дербенте. Она нас ждет, и она стоит примерно таких же денег, как и эта. Будем смотреть. Думаю,
думаем, ехать завтра туда или нет, потому что машина, если не на ходу, ее проверить... Ни в коем случае я тебе ее как-то не пропихиваю. Люди смотри, с Москвы смотри, прилетели, чтобы посмотреть машину. Одну мы посмотрели, для сравнения хотим и твою посмотреть. Я говорю, вы в курсе? Говорю, описание читали, что машина не на ходу? Она говорит, да, я в курсе. А что мне еще остается делать? Я написал все, что есть, брат. Машина не на ходу, мотор не стуканул, ничего нету. Мы сейчас здесь обмозгуем, и, ну, в любом случае, мы завтра в Дербент приедем. До 5 часов я в городе, где тебе нужно встретить, отвезу, все, что нужно сделать, сделаю, я в городе. На этой ноте давайте я внесу немножечко ясности. Что вообще происходит? Мы приехали в Дагестан, в Махачкалу, и нас встретил очень радушно БГТ Махачкала. Кто снимается в этом эпизоде? Магомед, он является владельцем филиала БГТ Махачкала. Мурат, он является экспертом-механиком. Есть еще второй Магомед, он друг Мурата, который разбирается в семерках BMW, потому что у самого у него есть семерка BMW E38, правда уже... рестовая. Куча еще людей, кто не представился, но они тоже имеют какую-то свою значительную роль в этом эпизоде, но об этом мы узнаем немножечко позже. Владелец машины, 25-летний Магомед, видно было, насколько он троил, морозил и просто, я буду выражаться здешними словами и сленгом, он просто пытался нам впихнуть изо всех сил эту машину, понимая, что это его шанс найти в кармане 300 тысяч рублей, а деньги когда лишними не бывают, даже 320, и на секундочку я сделаю заметку. Когда мы приехали только, Мишель смотрела это объявление, за сколько он выставил машину. И там всегда есть пометочка. Пометочка была такой: если вы приезжаете сегодня или завтра, я вам отдаю машину за 300 тысяч рублей. Когда мы начали с ним торговаться, он почувствовал вкус нашего интереса и уже не захотел отдавать машину так дешево. Он мог спуститься только до 330-320 тысяч рублей, хотя, опа, как же так? Он был готов отдать машину за каких-то 300 тысяч рублей. Но, если честно, Мурат ее посмотрел и сказал, что и этих денег машина не стоит. Когда я попросила Магомеда меня прокатить, чтобы понять, как машина едет и вообще на ходу ли она, было видно, насколько он хотел показать мне свой даргинский пыл. Он начал шашковать. И настолько неожиданно, что я была морально не готова к этому. Я даже забыла пристегнуться. Так, только шашку не делай, пожалуйста, не надо! Когда он мне сказал, что у него ремень безопасности в машине не работает, это заставило меня еще больше задуматься о том, нужна ли мне эта машина. Мы попросили Магомеда, который является владельцем эталонной E38, но только рестовой, прокатить нас и показать нам машину, чтобы мы вообще понимали, с чем сравнивать. Потому что до этого момента я никогда в своей жизни не сидела в E38, я сидела только в E39, но это совершенно две разные машины, поэтому нужен какой-то образец. Он любезно согласился. Ну что, настало время вас познакомить с эталонной семеркой BMW E38 рестовая. Хочу сделать акцент на том, насколько она грамотно была приведена в порядок. А для этого я приглашу в кадр Магомеда, который является владельцем этой машины, и он расскажет, какие болевые точки у них, на что нужно обращать внимание и чем вообще хороша эта модель. Давай честно, ты купил эту машину, потому что посмотрел бумер? Нет, я купил, потому что перевозчик обозлил. А, серьезно? Да. Потом бумер, потом еще в агентурной семье я ее увидел. Понял, что это твоя девочка. Да, мне нужно ее взять. И купил ты ее когда? Я ее взял в 2020 году. Она была в Сочи, в очень плохом состоянии. Я уже здесь все машины посмотрел. Решил, что надо уже искать где-то за пределами. А почему именно Сочи? Я смотрел именно южные регионы, потому что с Москвы пригнанные сюда машины, они были в очень плачевном состоянии. Ржавчины этой машины не имеют оцинковки. То есть ржавчина – это ее болевое место, точка, на которую нужно обращать внимание. Я от прежнего собственника узнал, я нашел номер хозяина, человека, на которого она была 15 лет оформлена. Я, говорит, ее купил в администрации президента в Москве. Она, говорит, 3 года работала там, и потом она попала в администрацию в Сочи. Иногда, говорит, приезжал Жириновский, там, когда он приезжал, говорит, даже его катали, говорит, на интересном. Понимаете, на этой тачке катался сам Жириновский. И вот, ну это не пульма, но это семерка BMW, и мы сейчас прямо рядом с ней стоим. Вот такие вот истории, и они пересекают. Что еще здесь болевое? Допустим, фары, либо мотор? К примеру, моторы разные. Есть довольно надежный, есть капризный. К примеру, в стайлинговой версии здесь уже ваносы установили. Есть М60, ставился в начале, потом в 94-95, когда она выходила. Потом ставился М62, потом ставился М62 ТУ, именно V-образная восьмерка. ТУ-версия, она самая капризная. То есть и на М62, и на ТУ-версия здесь идет рабочая температура 105 градусов. Это уже BMW начали ради экологии, ради максимально улучшенного сгорания топливовоздушной смеси улучшать моторы. И у меня полностью переделанная система охлаждения. От современной семерки BMW вся система охлаждения стоит. Серьезно? Если у пацана, которого смотрели мы вчера, машину у него получается в этой
М73, а здесь М62ТУ. Он уже V8 идет? Да, здесь V8. Короче, вот такие пироги. Давай посмотрим ее внутри. У тебя есть телефон, а холодильник есть? С холодильником модели очень мало было. У них холодильник именно на эту машину отдельно продается. 60-80 тысяч он стоит. Здесь кожаная торпеда. Это, как я понимаю, все дерево, поэтому оно потрескалось со временем чуть-чуть. В принципе, наверное, здесь стоит нам обращать внимание на салон, потому что мы его будем полностью перешивать, как потолок. А нам нужно обращать внимание на кузов, если рыжики. Я, как понимаю, это уже, как знаете, раковая клетка, которая поразила организм и от нее никак не избавится. И поэтому на кузов и на техничку. Мотор, который вчерашний, он получается надежный. Он надежный, только есть нюансы с блоками управления, с дросселями, с датчиками ДМРВ, чтобы она все согласованно работала. Все-таки это один двигатель, сделанный из двух, практически, можно сказать. Во сколько бы тебе обошлось восстановление, если бы ты делал это в Москве? Я думаю, за миллион вышло. Они современные привыкли, они не разбираются в этих машинах. Мне просто парень вчера сказал, что он не стал делать свою машину, которая у него очень много деталей лежала в багажнике. И главная причина это потому, что он боится отдавать внешним мастерам на работу машины, потому что они делают это все без совести. В любом случае, если, например, человек разбирается в автомобиле, в каком бы сервисе, хоть в Москве, хоть здесь он сделает, он найдет какие-то недостатки, которые как бы то, что не доделали. Проедемся на ней? Да. Как к этой машине относятся? Это знаешь, как люди говорят, а, типа, слишком много внимания привлекает, там, не нравится. Люди все любят внимание. Все, абсолютно. Да. Когда ты привыкаешь, что на этой машине есть внимание, когда ты подъезжаешь на заправку, подъезжаешь на мойку, они все интересуются машиной, практически все. Вот вчера на мойке два человека подошли, не продаешь, а я так люблю, говорит, а нет, брат, не продается. Еще один интересный момент, я тебе скажу. 750-я, там идет тормозная система другая. Там тормозные диски чуть побольше, там тормозит типа лучше. Но здесь стоят суппорта от Ferrari Testarossa. Brembo. Сейчас серьезно? Да, Brembo. Нет, ты поставил или с Нет, оригинала? С завода. Завода, от четырехпоршневые, да. А вот это правда, что это родина черных M5 E60 тонируют? Да. И они прямо здесь раздают через две сплошные. M5, E60, AS-ка, этот ASF 63-х, AMG очень много. Здесь любят заряженные машины и ездят просто как отмороженные. Потому что это особо здесь не карается, да? Нет, карается, но мы любим просто такое. О. Эта машина привлекает внимание не только обычных людей. Гражданин Курамагомедов очень приятно. Вот такое общение у них интересное. Полиция на дорогах. ДПС тоже постоянно останавливают. Не ДПС, а ППС. ППС – это обычная полиция, да. Которая не имеет отношения к дороге. Да. А это была обычная? Нет, это были ГАИ. Это ППСники тоже останавливают. Осмотр машины, да? Да, осмотр машины, бардачка, все как положено. А вот сейчас дай тапку в пол. Она очень плавно разгоняется. Да, кикдаун. Вот сейчас кикдаун сработал. Вот сейчас, да. Ну-ка, тормоза от Testarossa сработают. Интересно, да, то, что она такая плавная? Она очень плавная. Но мне нравится звук ее мотора. Такой приятный звук у нее. Да. Да, нет звука выхлопа, там ничто не перебивает ее звук. Самое главное, нет звука из колонок. Блин, ну это очень классный был тест-драйв. Дай пожму тебе руку. Ты очень классный владелец, очень классный E38. Теперь у нас есть понимание, как выглядит эталонная E38, ну или приближенная к эталону, и есть с чем сравнить. Поэтому прямо сейчас мы выдвигаемся в Дербент, чтобы смотреть следующий экземпляр. И я очень надеюсь, что он будет живее, чем тот, который мы смотрели вчера вечером. Иначе это будет полный коллапс. Мы останемся совершенно без вариантов, а сюда мы приехали именно за тем, чтобы уехать отсюда с семеркой BMW на руках. После того, как мы посмотрели эталонную E38, мы двинулись в Дербент. Дербент – это городок курортный в 130 километрах от Махачкалы. А до чего мы туда едем, собственно? Конечно же, если мы прилетаем в Дагестан, у нас должен быть выбор. Мы нашли вторую E38 того же года, той же комплектации, 5-литровая, конечно, мы же ищем машину под бумер. Вы уже, наверное, слышали диалог с владельцем этой машины. Мотор не стуканул, ничего нет. Он не мог сказать, машина на ходу или не на ходу. Может он ее поставить, чтобы она ехала, чтобы мы посмотрели на состояние движка. Он вообще не мог дать никакие вводные данные, что очень раздражало, но местные люди умеют жестко разговаривать с местными людьми, а мы в силу нашего менталитета такие русаки, немного, конечно, мыльные. Я на самом деле всегда хотела посетить Дагестан, Махачкалу, потому что мне про нее очень много рассказывали мои друзья, насколько это классный город, насколько это классное место, и оно прям пропитано какой-то своей собственной энергетикой. И я только приземлилась
приземлившись, только коснувшись шасси самолета, землю Дагестана, я поняла, сколько это место реально особенное. В свое время меня хотел познакомить с Дагестаном Саид, но не успел. Я очень рада, что я приехала сюда спустя какое-то время. Я очень хочу познакомиться с местной культурой тачек, потому что я знаю, что это родина М5Е60. Я знаю, что это родина очень много 63-х лошадок. Мне очень интересно, вот как здесь живет автокультура. Здесь свой собственный форсаж, и мне дико интересно с ним перейти на ты. Также в этом эпизоде снимается моя сестра. Она держала связь со всеми владельцами Е38 здесь и хочет рассказать одну историю, которая показывает особенности коммуникации с здешними людьми. Несколько дней назад я нахожу эту семерку BMW и пишу владельцу, Магомед Салам. А подскажите, вам будет удобно встретиться 7 числа с нами, посмотреть машину. В итоге я получаю одно сообщение: будет удобно. Мне нужна конкретика. Точно ли мы прилетаем? Точно ли мы сможем посмотреть эту машину или нет? В итоге я получаю в ответ просто молчание. Я начинаю ему названивать 1 раз, 2 раза, 3 раза, 10 раз. Он отказывается брать трубку. Чтобы вы понимали, сколько моя сестра настойчивый человек. В итоге он просто не берет трубку. Я уже отчаялась, думаю, ну а в чем проблема? Почему он перестал мне отвечать? Через несколько часов я вижу, что мне поступает звонок на телефон, я беру трубку, я говорю: алло, он мне отвечает: алло. Я спрашиваю: это вы владелец BMW E38? Он мне говорит: да, это я. А я думаю, что вы бот. Я думаю: в смысле я бот? Он говорит: ну вы так официально со мной общались, я думал, я вас проигнорирую, и вы мне перестанете писать. Но вы не перестали мне писать, вы начали мне звонить. Я думал, ну я не буду брать трубку. Но в итоге я решил на всякий случай вам перезвонить, и вы оказались девушкой. Короче, суть истории такова, что надо было просто писать: ассаламу алейкум, брат, иншалла, там, хочу посмотреть твою машину. Вот, так что мы знаем теперь особенности здешней коммуникации. Блин, вот честно, вчера я была не удивлена тому, что я видела, потому что я так устала смотреть на ведра. Я хочу их на них не только смотреть, я хочу их восстанавливать, чтобы они были в идеале. А, ну вот видно, что тут уже немного бампер просел, что-то он отошел. Ну как будто геометрия у нее ушла куда-то гулять. Почему-то у них постоянно отсутствуют ручки. Это какая-то местная достопримечательность или что? Или так? Бичка нету. А вариант ее... Она просто открытая здесь стоит. Салон в том состоянии, в котором он нам нужен. И смотрим под резинкой, есть у нас здесь точечки. Вот здесь их нету. То есть, скорее всего, что-то крыло вваривалось. Да, а не, видишь, вот, да. Вот это есть, а вот здесь его... Как будто имитация. Похоже на то, что у нее не так много ржавчины, как у той. Но здесь есть чуть-чуть, здесь тоже. А, так, ну там тоже, видишь, напыление ржавчины. И даже не напыление, там конкретно так все. Видишь, уже кто-то поднимал резинку. Что, видишь, вот этот переход. А, это? Это да, это странно. Реально. Кстати, она, походу, была американкой. Смотри, у нее миля. Да, Владимир Владимирович. Да, мы перекрыли уже там. Да, можете выезжать. О, а чего-то здесь не хватает, по-моему. Вентилятор есть, диффузор тоже есть. Почему, в какой момент она перестала заводиться? Ночью как-то в городе были. Я к товарищу дома поехал от точки А до точки Б. Угу. Заглушил, я ему хотел опять выехать против. И не завелся. Вы ее отдавали на диагностику? На диагностику отдавали, диагностика никаких проблем не показала. И так она уже сколько месяцев стоит? Она здесь 7 месяцев, 2-3 стоит. А были какие-то аварии на ней? Вам говорили в прошлом здесь? Аварии, честно сказать, то, что у меня было, я не помню. Вон там левое крыло переднее и заднее, где что-то почесано было. Угу. Там по страховому потом выдали, короче, 45-50 тысяч максимум. Во-первых, если машина стоит 2 месяца на парковке, у нее не могут спустить настолько сильно колес. Потом мы нашли очень много пасхалок от сварки. Неродное левое крыло, получается, со стороны водителя. Непонятно, что с двигателем, то есть машина не едет. Единственный плюс ее, вот если смотреть в сравнении с той, она лучше выглядит. У нее, кстати, панорамы нет, а там была. Короче, не наш вариант, походу. Было бы идеально, знаешь, что сделать? Просто уже вот взять машину, сделать вот так, закрыть глаза, и чтобы она уже была в идеале. И ты просто отдал деньги, она уже в идеале. Не копошиться с ней, а просто уже кому-то из вас ее отдать. Но это все такой труд, ребят. По
этой машине. Мы ее не берем, потому что владелец не хочет двигаться ни на рубль. 370 – это точка. Я считаю, что 370 за такой сарай – это too much, и мы ни в коем случае брать его не будем. Она не подходит под наш проект. Во-первых, непонятно, из чего она слеплена. Понятно, что по документам он не может найти ПТС, то есть машину без доков, и он хочет за нее 370. У нее есть уже намеки на рыжики, у нее отсутствуют детали под капотом, она не заводится. То есть этот владелец не может нас даже прокатить на ней, чтобы понять, как работает движок, ровно, неровно. Проблема по всем фронтам, кроме кузова. Она лучше по кузову, ну, внешне, но по всему остальному она просто вот бревно. Эта машина не подходит под наш проект, я не хочу, чтобы кому-то из вас достался вот такой антиэкспонат. Ну что, приходится уезжать с грустной новостью из Махачкалы. То, ради чего мы пролетели 2000 километров, мы этого не нашли. Ни здесь, ни в Дербенте. Я даже не знаю, что делать. Но вроде как эхо надежды, отголосок очень тоненький, спрятался где-то в Ставрополе. Я надеюсь, что там будет машина, о которой мы думаем. Итак, друзья, на этот раз мы релоцировались за 2500 километров от Кавказских гор. И я пока не буду раскрывать карты куда, но подсказка – это Мекка всех перекупов. Ладно, ребят, я спалилась. Я в Минске, и Коля просто не умеет снимать, и шифроваться тоже не умеет. Но на этот раз все серьезно, и речь идет уже о других деньгах. И мы не будем сразу раскрывать все карты, а дадим вам возможность определить, какой бюджет мы готовы потратить на эту машину. А определите вы на глаз. Ну что, ребят, мы оказались в Минске, Беларуси, и если бы мне завязали глаза и переместили бы меня сюда очень неожиданно, я бы даже не отличила антураж от Москвы. Но только единственное, вот по этим номерам. О, кстати, смотри, у моего бати была такая же пятерка, только такого, знаете, зеленого цвета, травяного. У меня есть фотка, я ставлю сюда, я надеюсь, что это вот такая же тачка, как и эта. В общем и целом, мы договорились с владельцем этой семерки встретиться вот здесь, на этой парковке, и нашим, скажем так, сообщникам в этом деле будет выступать Костя, он представитель БГТ. Кость, поздороваешься? Да, то есть мы в Дагестане встретились с представителями БГТ, в Беларуси мы тоже с ними встречаемся. Короче, мы всегда вот приезжаем как к себе домой, получается. Я, если честно, очень волнуюсь, потому что мне на этой машине нужно будет проехать сегодня 700 километров. И дай бог, она будет приближена к состоянию ласточки. Блин, я ее вижу. Как минимум, она едет своим ходом. Как минимум, да. А как максимум, она еще на транзитных номерах. Это уже хорошо. У нее Хаммон обвес, что ли? Здравствуйте, Ангелина. Очень приятно. Сразу сходу, это Хаммон обвес, да? Да. Я даже не знаю, пока это плюс или минус, но выглядит она прикольно. Тонированные передние фары. Она из-за этой губы кажется очень заниженной такой. Но по состоянию она в 10 раз лучше, чем те тачки, которые мы смотрели в Дагестане. Она просто небо и земля. Ничего себе! Но здесь Алькантара, салон. Здесь все в Хаммоне. А салон полностью перешивался, да? Да, салон полностью перешивался. Делал ее под себя, чтобы она уже внешне была Хаммон, и внутри тоже Хаммон. Также музыка устанавливалась. Оригинальный обвес и перешив? Или обвес оригинальный. Да, но салон здесь уже делался под оригинал, чтобы выглядело максимально похоже на оригинал. Искалось в интернете картинки, как это все выглядит вживую, и делалось. BMW в этих семерках есть большая проблема. Здесь очень большие проблемы с музыкой. Она не играет от слова совсем, поэтому... Сюда просто поставили какой-то саб такой. Ничего себе. Саб, это колонки, плюс здесь все полностью зашумлено. И играет сейчас это намного-много лучше, чем вы взяли бы там какую-нибудь стандартную BMW. Состояние просто космос. Ну, в сравнении с теми, которые мы смотрели. Ну, какая у нее комплектация там? Жир, полужир? Ну, она здесь в самом жире. Ну, это 5-литровая. Начнем с того, что это очень редкая машина. Я даже вижу холодное оружие здесь, да? Да, это самодельный, причем это не ее родной. Да, здесь да. Это тоже интегрировано под то, чтобы работало и можно было вставить, и оно работало. То есть, если в теории ставить симку, она будет работать? Да. Делал ее 5 лет как проект, но, к сожалению... А, то есть она у вас в владении была 5 лет, а до вас сколько человек владели? У нас в Беларуси это не пишется, как у вас, сколько владельцев. А, серьезно? Заведу? Да, конечно.
321 тысяча. Извините, а рыжики какие-нибудь есть на ней? Да, ну как, передние крылья тут, чуть-чуть с этой стороны, чуть-чуть с той стороны. Но у нее еще слабые места, это дверные проемы. Ну там все, как видите, все в порядке, да. Особо проблем нету. Стакан у нее тоже полностью все живое, это изгнившее и пожиревшее. Mm-hmm. Они вообще никогда не красились, если машину там, понятное дело, за такое время ее красили, подкрашивали, обливали, то здесь с завода наступала нога человека и рука не лазила. Это приятно. Номер кузова сходится? Это уже подает какие-то надежды. Кстати, вот эти вот стекла, не пленка, это не какая-то там нанотехнология. Это вот я специально под эту машину заморачивался и изготавливал их. Это настоящие S3, их не надо там растонировать, что-то с ними делать. Наверное, таких стекол больше и нет. Вот как поступить с ними, если я захочу эту машину поставить на учет в России? Без проблем, потому что это настоящие S3 и на стеклах написано, поэтому... А, то есть не будет никаких морок? Нет, да. А там подогрев сидений есть. Открою, там ничего такого запрещенного нет? А у нее электропривод багажника? Да. Ничего себе. А у него в оригинале 4 выхлопные трубы? Да, 4, но это тоже чуть-чуть тюнинг, чуть-чуть доработано. Это не оригинальные насадки, не оригинальные трубы. Угу. Звучит она тоже чуть погромче, чем оригинал. Звучит она погромче. Что думаешь? Более-менее достойный аппарат, который стоит рассмотреть при покупке. Сколько, за 7 тысяч баксов? Ну да, по кузову нормально, она обливалась полностью. Я смотрю, она переваривалась, эта машина, по дверям все живое. Как бы. А без торга там, он сказал, типа 7 тысяч баксов? Ну типа да. Это уже со сбитой ценой, ты с ним, да, уже, ты с ним уже разговаривал? Я с ним разговаривал, это он говорит, что он типа только шестерку в нее вложил за последнее время. По техничке она как вообще? Тачку мне советовали, ее не было в продаже, BMW клуба, поэтому... Как бы я думаю, что все должно быть нормально по ней, по техничке. Да, ребята, этой машины не было нигде в объявлениях, то есть мы ее нашли чисто через знакомых, а вот такими какими-то окольными путями, и, наверное, по техничке можно быть уверенно. На самом деле, это реально лучший аппарат, который я видела за эту цифру, то есть если переводить на рубли, 400 тысяч рублей, да. Еще надо сделать на нее, получается, доки на таможню, и это будет еще где-то стоить 50-60 тысяч. А можно на ней проехаться, ну, вместе с вами? Там сзади нет никого? Нет. Да, ну только мы без Кости были. Еще один бумер. А кондей и печка в ней работают, да, все исправно. Блин, я удивлена, у нее реально очень хорошее состояние. А что мы можем притраться, чтобы цену подскинуть? Колхозный салон? Я не знаю, но здесь не за что. Костя уже сторганул, как бы там. Ты говорил, 7500 было вообще, да, изначально. Чуть больше хотел. Не, ну 7, наверное, она и стоит. Как бы те варианты, которые смотрели, сколько они стоили там? 320, 370, и они были просто угашены. Оригинальные тапки? Да. А тут зимняя резина стоит, да? Да. Это тот вариант, который нам подходит больше всего. Я думаю, что мы ее будем брать, но что нужно по документам, чтобы ее перевести в РФ? Она снята с учета, выписывается счет-справка, делается договор, и, в принципе, все, деньги продавцу. А, то есть я сегодня же смогу выехать? Да, конечно. Мы решили, что будем брать ее. Ангелина, а может, не нужна тебе такая машина? Да не, нужна, давай по рукам. А деньги? По рукам-то, по рукам, а где деньги? Ну сейчас, поехали, мне нужно в банках снять. Приехали к банку, чтобы снять баксы и расплатиться за тачку. Потому что хозяин просит как бы в доллар. Но, блин, вы просто посмотрите, как она выделяется из всех машин, которые здесь стоят. Коля, у тебя вообще работа мечты. Я, кажется, знаю, кто половину пути проедет на этой машине до Москвы. О, да. Все, у меня на руках, ребят. Только мы забыли у него спросить, как открывается бардачок, потому что я его открыть не могу. Нашли косячок, открыв бардачок. Я теперь понимаю, почему он был закрыт, и его теперь не закрыть. Золотые руки. С
Слушай, это самая удобная скамейка, на которой я сидела, я отвечаю. Просто она как будто идеально по посадке. Вообще огонь. Я теперь понимаю, зачем делать заниженные машины. Короче, ребят, почему мы решили вообще брать машину в Минске? Многие замечали, что все блогеры, которые связаны с автотематикой, они едут в Минск, чтобы покупать машины дешевле, чем они есть в Москве. И мы не стали исключением. Мы приехали в Минск, чтобы взять хорошую машину, но дешевле, чем мы могли бы ее найти в России. Потому что все варианты, которые мы смотрели в России, это были бы либо варианты за 6 миллионов, либо это варианты за 300, но максимально угашенные и похожие больше на утиль, чем на машину, на которой можно вообще передвигаться. Эту машину мы не нашли в объявлении. Она нигде не выставлялась. То есть в этом плане она такой, знаете, секретный музейный экспонат, который вот выставили наши знакомые из Беларуси. Спасибо Косте, который представляет БГТ здесь. Спасибо ему, что помог нам найти эту машину. Она была у его знакомого, знакомого, у знакомого. Короче, очень много знакомых было задействовано в этой цепочке. И в итоге эта машина оказалась вот у нас в руках. И мы можем быть уверены, что она, в хорошем состоянии. Нам продали ее по хорошей цене. За нее 7 тысяч баксов. Это, переводя на русский день, где-то 400-420 тысяч рублей. Это реально хороший день. Все документы для таможни готовы. И мы можем спокойно на ней уже шихерезадить в Москву. Я на ней проехалась буквально километров 15. И я поняла, что я уверена в этой тачке. Единственное, в чем, правда, я не уверена в этой машине, это ремни безопасности, которые почему-то не работают. Но я надеюсь, что все будет окей. Ремарочка. Вы можете зайти на доску объявлений и найти семерку BMW в кузове E38 вообще на изи. Но мы искали именно 5 литров 400 миллилитров, блин. И мы искали версию 5.4, как она и была в бумере. И нам было критически важно найти именно такую машину, потому что мы хотим сделать трушный проект, который будет максимально приближен к фильму «Бумер». Поэтому мы гонялись за этой машиной, как записанной торбой, и приехали аж вот ради нее в Минск. Таких вариантов, представьте, в России 14 штук на всю Россию, на все наши 143 миллиона жителей, вот всего 14 таких объявлений. И причем 5 из которых по какой-то баснословной цене, там 1,2-1,6 тоже есть. Это реальный эксклюзив, который мне удалось просто зубами вырвать у хозяина. Он ее, самое главное, делал под себя, поэтому она в хорошем состоянии. И я в этом уверена. Так что сейчас едем мыться, делать комплекс, чтобы было приятно в ней сидеть. И, конечно, заскочим в МАК. Как же без него? И отправляемся в путь 700 километров до Москвы. Сейчас я вижу. Можем с тобой катнуться? У нее была такая же? Останови. Давай, давай. Поехали за мной. Что за дагестанские движения в центре Минска? Я просто понимаю. Чудеса происходят. Я просто вижу на дороге вот едущую синюю М5 Е60. Начинаю кричать, как я соскучилась по своей. И просто... Ты оказываешься, это Паша, да, владелец М5, да, моим подписчиком, узнал меня, я узнала тачку, и еще, оказывается, это московская машина, которую я тоже знаю. Просто вот те ребята, которые смотрят вообще контент автомобильный, сразу знают эту машину по салону. Мы нашли самую дешевую М5 Е60, мне кажется, в мире просто. За сколько ты ее взял? Слушай, ну сейчас она уже не самая дешевая, мы ее нормально вкинули. Короче, сейчас она под ключом, со всем ремонтом стала в 14 тысяч. То есть она все равно на 6 тысяч ниже вашего рынка, даже на 7. Но сейчас мы по техничке дособрали, и вот сейчас катаемся. На русские деньги переводя, сколько она стоила в России? Я просто не помню. В России она стоила... Что-то 700, нам... по-моему, она. Да, она стоила там сначала 800, потом 700, на нее запреты были, потом мы ее оплатили, и мы ее забрали за 600 тысяч. 600 тысяч, да, 600 рублей. Тысяч, приехали в Минск, перекинули все датчики на коробку, на мотор сделали там, и все, вкинули в нее там в районе 2 косарей, 2,5, она поехала, и вообще все нормально. Ну, человек выскакивает, это нормально. Ну, для М5 это как, я не знаю. То на бензонасос, то еще. Включен. Да, так типа нормальная тачка, покрасили ее. Приятно? Мы еще заказали человеческие фонари вот эти. Я думала, что за косоглазие у нее такое. Ну, она еще в Дагестане на этих была фарах. Она дагестанская? Да, она дагестанская, самая настоящая. И у меня есть видосы, где она на свадьбе крутила и стреляли из нее. Скинешь? Да, у меня есть в Инстаграме. Офигеть. Я тебе скажу больше, мы нашли прежнего владельца, мы с ним списались, он нам рассказал все про тачку, где он что ковырял, что он делал. Там у нас были проблемы. Мотор мини, ты сказал? Да, мотор делал прежний.
хозяин после того, который из Дагестана. Он нам показал все болячки, что он устранял. У нас там был косяк с коробкой. Он говорит, да, это из-за меня. Залезьте туда-туда, поменяйте то-то-то. Мы поменяли и все. Офигеть, блин, у нас такое хитрое сплетение Дагестана, Минска, Москвы. Очень тесный, потому что я ее скинул в Инстаграм к себе. Мне написало там человек 10, это та-та-та. Связали меня там с чуваками, и вот мы нашли прежнего владельца. И он такой очень рад, что она не ушла. А ты из Минска? Да, я из Минска. Поэтому привез ее сюда, типа? Мы ее купили вообще по приколу. У меня есть основная машина, я ее разбил, и пока она у меня в ремонте, мне хотелось каких-то эмоций. И у меня друг съездил в Москву, забрал ее, привез. Не нужна тебе такая машина, Вовка. Слушай, ну, моя основная машина помощнее еще, но... Какая у тебя? У меня Панама Турбо на прошивке. Сейчас ее дело, она почти готова. И пока, ну, у меня там тоже 550 сил, здесь 507, но там полный. Все, Паш, спасибо тебе, что покатал. Я вспомнила классные эмоции, впечатления и ощущения. Все, всем пока. Пока Бэха моется, мы решили немного заправиться в путь. И куда мы могли еще приехать, как не в Москву? Во-первых, у нас бачок потих. Сейчас мы залили жидкость для лобового, и она просто протекла вниз тачки. И сейчас мы такие думаем, так, ну что-то там не то с этим, с люком, надо его починить, либо открыть, либо закрыть до конца. И Костя такой, сейчас все сделаем. Он просто двигает, типа, люк в сторону, типа, закрытия. И он просто берет и открывается, то есть идет в обратную. Мы чисто на Камрике будем ехать 600 километров до Москвы. Ни одна печка нас не спасет. Костя, очумелые ручки. Спасибо большое. Короче, ребята, впервые в своей жизни увидела девушку с низкой социальной ответственностью на трассе. Ну, просто это первый опыт моих глаз. Поэтому я в полном шоке, и у меня произошел инсульт моей детской психики. Мужчина 99-го года рождения, ребят. И я сейчас включила круиз-контроль, и он его держит, и мы офигенно едем. Вообще сидушки такие удобные. Шумка хорошая, но у нас люк из-за того, что барахлит, он, конечно, сдается. Тачка, ты едешь там 130, ты вообще ничего не чувствуешь. Офигенно, просто мы почти приехали. Нам осталось 30 километров ехать. 30 километров. Из 700 там с лишним. Я газую. Вообще ничего не происходит. Ты в пол газуешь? Ну я не в пол, но так. Суть в том, что Коля нажала на газ, чтобы проверить, типа, акселератор, все дела. И на старый BMW это лучше было не делать. Вот надо было, блин, около дома это сделать. Опа, масло. Что? Все, она заглохла. Что масло? Не, она просто заглохла. Ну, масло... Ну, это из-за того, что она заглохла. Она очень плохо сейчас завелась. Может быть, у нее бензин кончился? Кстати, возможно. Почему мы думаем, что это бензин? Когда мы заправлялись в Минске, нам влили 80 литров, и отметка показывала, что мы не до конца, типа, залили бак. То есть бак был не до конца полон. Хотя мы залили полностью его. То есть там сломался, скорее всего, датчик, там измерение и так далее. И мы думаем, что это бензин. Крайне надеюсь, что дело в бензе, а не в механической части, потому что в ночи сейчас мы тут, кроме эвакуатора, ничего не придумаем. Хотелось бы доехать своим ходом, обидно терять 30 километров. Сейчас мы узнаем, это либо чудо, потому что проедь мы спокойно, мы бы остановились через пару километров, где нет заправки, либо это тотал. О! Полилась, родная. Пошла. Вот так это выглядит со стороны. У нее настолько отвратно работают фары. Я проехала светлый участок пути, Коля ехал ночью.
и просто мы понимаем, что ничего не видно, пристраиваемся за впереди едущими тачками, чтобы хоть что-то видеть на дороге, но получается все равно очень-очень опасно. Врубаем зажигание, ждем, пока прокачается. Раз, два, три. Блин, она очень сильно трясется, блин, Коля. Нет, тихо. О! Что, реально? Реально бенз, походу. Дело было в бензине. Ну, помнишь, что мы просчитывали, что мы не доедем? Мы с тобой просчитывали, что там не хватит одного бака доехать. И реально нам вот 30 километров буквально не хватило. Ну-ка. Как раз четверти не хватило. Ну-ка, подожди. То, что она прокручивала. Может, мы положим сначала? Да. Пипец ты. У-ху! Так долго ехали, что приехали в дневное время и уже переодеты. На самом деле нет, мы оставили тачку у меня за городом, отдохнули от нее немного. Ну и сейчас привезли ее в БГТ, чтобы посмотреть вообще, какой фронт работ предстоит, что с ней надо делать. И так уже прикидывая на глаз, здесь все сотрудники ахнули и охнули. Поняли, что потрудиться придется так конкретно. Для этого мы ее и покупали, в принципе. Друзья, пройден первый микроэтап нашего долгого и кропотливого пути. Мы доставили эту тачку из Минска в Москву. И знаете, меня настолько будоражит мысль о том, что нам предстоит сделать с этой машиной и что эту машину ждет. Такого проекта на моем канале еще никогда не было, чтобы настолько кропотливо, досконально, дотошно подходили к каждой мелочи и довели машину просто до идеала. Просто представьте, что эта тачка будет круче выглядеть и выглядит новее, чем она съехала с конвейера в 99-м году. И да, это реально. А самое главное, что финальный результат окажется у одного из вас, и мы будем работать ради этого. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайк, оставляйте комментарий и обязательно шерьте это видео с друзьями. Пока-пока!